Всем привет, привет! У нас солнышко вышло, солнышка не было. Были тучки, но не было ветра. Солнышко вышло, ветер подул, стало прохладно. В общем, сегодня у нас какое число? Я уже писала, 23 апреля. Я зарекала, что до мая ничего не буду высаживать, до мая ничего не буду высаживать. Но землю уже подготовила, вы мое видео видели. Муж сказал, что уже холодно не будет. Я говорю, ночью будет морозно. Не будет. Я говорю, так что вы сеять помидоры? Сей, говорит. Огурцы еще так и не пришли. Огурцы тоже хочу с семенами. И помидорчики с семенами тоже. Сейчас я вам покажу, что мне пришло по почте. Вот кто не видел видео, так я подготовила свои горшочки. Красиво. Вот там у меня клумбочка называется для огурцов. И вот смотрите, какие. Я в этом году буду сажать... Сеять, как сказать, два вида помидор. Черный трюфель. Никогда не сеяла, никогда не садила. Решила просто семян. Аккуратно надрезала. Оказывается, тут такие семена маленькие. В этих пакетиках это очень хорошо. Наверное, чтобы они влагой не набрались или еще что. Чисто так посмотрела фотографии по Амазону, по интернету заказала. Буду сеять по два семя. Или по одному. Я даже не знаю, как лучше. Я в том году по два сеяла. Ну, давайте в этом году по два. Вдруг одно не взойдет. Знаете, как всегда, контрольное. И вот такое у меня в таком модном конверте. Думаю, что это пришло? Но уже начала догадываться, что с Амазона. Что это пришли мои семена. Как будто письмо написали. Думаю, о, что за реклама. Не, вот такое, вот такое, вот такое, вот такое. И... Вот такие вот семечки. Не семечки, а семена. Это просто... Ой, улетело. Это просто красные помидоры. Обычные красные помидоры. Селебрити, это как... Селебрити, это... Как звезда какая-то известная. Ну, как этот... знаменитость, что-то такое. Короче, посмотрим. Тут больше семян. Тоже по два посеяла. У меня всего 12 горшков. Вот таких вот. Это у меня остались тех туек, когда я их купила. Так, сейчас надо семена собирать. В этих горшках есть дырки внизу. У меня в том году на 3 больше было, я в этом году на 3 меньше поставила. Уже не хотела расширяться, потому что тут так трава косится. Короче, сейчас по 2 семечки. По 2 семечки. По 2 семечки положу. И видите, мои галлончики. Это то, что я рассказывала. Мне еще тут не хватает одного галлона. Сейчас я возьму, вот уже ножницы приготовила. Надо ножик. Обрежу дно. Вот так вот по кругу. Обрежу. И вот так будет. Вот так будут они стоять. Вот. Вот, хоп. Если, например, теплее, открою крышечку, подышать на солнце. А так оно будет у меня тут такой парниковый эффект. И будет оно так же само с помидорами. Ой, с огурцами хочу сделать. Так что сейчас еще один галлон захвачу и будем делать. Надо 12 галлонов. Да, перевела, так и называется. Знаменитость помидоры. Вот видите, обрезала. Хотела ножницами, но пошло быстро. Где-то мой нож уже упал. Вот такой у меня кинжал. Очень хорошо пошел вокруг. Но я не хочу, чтобы оно было загнутое. Я не знаю, получится ли. О, вот так вот, видите, можно ножницами. Раз, раз, раз. Как бы самое первое грубое отрезать. Это мусор будет. Самое первое такое грубое отрезать, а потом можно аккуратненько, чтобы вот эти углы, вот эти вот, видите, они не были загнутые. Так раз, вставил и все. Так что сейчас мы эти все 12 галлонов обработаем. В общем, крутила, мутила, я не знаю, будут ли они короткие, но я думаю, достаточно. Куда такому помидору расти? Уже когда он такой вырастет, я уже открою. Что крутила, мутила? Чтобы легче мне было, короче, решила по вот эту линию. Видите, вот эта линия. Ножиком надрежу, там уже ножницами пошла-пошла. Галлоны мои готовы. Галлоны у меня все с под воды. Откуда у меня галлоны с под воды? Я их, как говорится, ротейт, это меняю.
пользуемся, набираем воду с магазина. Потом время некоторое проходит, если мне уже не нравится или запах, или еще что-то, или я просто решила уже все, надо менять, то я просто меняю галлоны. Хочу, перед тем, как высадить помидоры, хочу померить, сколько мне нужно сюда будет галлонов на кусты огурцов. Потому что у меня это все галлоны, что есть. Раз, два, три, четыре, пять. Я не знаю, стоит ли так густо садить огурцы. Может быть и стоит. Ну, сейчас померяем. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Короче, 22 галлона мне нужно. 11, да? Ну да, в том году я так и садила. Я садила 10 кустиков. Я думаю, что я 10 так и посажу. Не буду 11. Немножко больше расстояния между ними сделаю. Так, надо красоту опять навести. И я посажу. Не посажу, а посею. Или посажу, не знаю, как сказать. Посею. Посею 10 кустиков здесь, а 10 кустиков там огурчиков. И они у меня будут прекрасно плестись. Такой чесночок уже красивый. Что-то у меня куры раскудахкались. Сейчас пойдем проверим их. В том году оперировала этой палкой, или даже позатом. Вот видите, такая вот у меня какая-то рукоятка с резиночкой. Мне очень удобно, даже не надо наклоняться. И я ее потеряла. Не то, что потеряла, где-то положила, и все. Она мне так удобна. Вот я раз, и вот так два, и все. О, смотрите, какие классные. Потом я пройдусь, водичкой залью, и все. Вот, смотрите, ближе покажу. Раз, я знаю, что у каждой хозяйки есть свои приспособления. Два. Я не знаю, глубоко, не глубоко, но все равно земля засыпается, пока ты туда-сюда сейчас воды зальешь. Потом я ставлю либо палки, подвязываю, либо, ну, либо палки, это палки уже сколько у меня не хватает железок. Знаете, вот эти такие металлические, которые... металлические, которые то ставят на помидоры. Я думаю, вы понимаете, такие, которые держат помидоры. Они одеваются. И потом прям наверх этих двух помидорчиков. Потом я привязываю к одному концу один кустик, а к другому концу подтягиваю второй кустик. Так, я, конечно, молодец. Мне же надо посмотреть, какое у меня расстояние, а то я сейчас забабахаю дырки. О, а ну... Нормально. Мне же надо, чтобы между ними было расстояние еще. Да, я сейчас, наверное, сделаю вот так вот пометочки. Короче, целая наука. Я, в принципе, хорошо делаю. Так. Теперь так. Я не знаю, как оно будет держаться с такими ветрами. Надо будет хорошо мне засунуть этот галлон, чтобы ветер еще не унес. Подворачивается и неровно получается. Ну, вот так. Хотя бы не буду уже вылезать за картину. Так, этот у меня тут нарушилась дырочка, но то не то не так страшно. Вот она. Вот она здесь, а здесь она, вот она. Так, и здесь надо. Так. Так. Мне еще сегодня в ночь на работу. Еще хочу пойти приготовить поленту. Меня когда-то угощали в Сакраменто, когда я жила. Сделали поленту. Потом горшочки. Знаете, такие глиняные, которые в духовку идут.
И потом сверху грибы тушеные и сыр. О, это такая вкуснятина была. У меня нет горшочков. Была на гаражке, думала купить горшочки. Потом думаю, да ну, с горшочками возиться. Думаю, у меня есть стеклянный противень. Я туда в этот стеклянный противень. Думаю, будет нормально. Знаете, как запеканка будет. Никогда не варила эту поленту, эту кукурузную крупу. Или, может быть, когда-то варила, но, наверное, не получилось, и я ее никогда не покупала. Это было в боснийском магазине, в Демойне, нашем столице Айовы. Я уже как-то вам показывала, кто не видел видео, посмотрите, пожалуйста. Боснийский магазин, очень интересный, не американский. Естественно, разные товары. Так, и я купила там эту поленту, крупу. Теперь, что мы будем делать? Да, кстати, в эти же галлоны можно налить и воды. Я сейчас вот так вот налью. А, не, ведро я сейчас налью. И потом буду поливать. Так, давайте посмотрим на моих курей. Что они там? Что вы, Кукуко? А что это вы там сбились? Залезли за железяку. Вчера кинула им лук. Я в шоке была. Раздеребанили, как не знаю что. О, ну давайте я вас выпущу погулять. Давайте. Пока я могу за вами следить. Я вас выпущу погулять. Выпускаю, чтобы они поклевали вот эту травку. Ну и они ищут какого жучка, паучка клюнут. А так они любят вот эту травку меленькую. Ну, как-то не очень. Наверное, вкус другой. А вот эта натуральная, они эту травку любят. Кушать я вас потом загоню. У меня есть такой чудо-инструмент, называется веник. Помогает очень. Так, сейчас мы ведро возьмем. Такое ведро небольшое. Я приспособила себе. Как раз мне на две кастрюльки воды хватает курям налить. Сейчас нальем сюда водички и будем сеять. В том году зарекалась, что больше не буду семян. Не то, что там у меня что-то не получилось. Они выросли, все классно. Но что-то я сказала, не-не. Но в этом году решила семян. А знаете почему? Одна из причин, вот так вот заливаю. Одна из причин, это то, что один кустик помидор стоит, если уже на сейле, например, на распродаже, то там $1.50, да? А так, когда только начинается, то... Так что я жать ничего не... То, может быть, до $3, до $5, смотря какой сорт помидор. А здесь целый пакован, да? Ну, вы видели, сколько семян, я не знаю, сколько штук, 20, может быть. Конечно, у меня останется. А тут целый пакован 2,99. С таксой 3,20. С таксой это с налогом. И у нас такая погода очень классная. И я вон сейчас им сделаю парниковый эффект. Не хуже будет, чем рассада. Конечно, они берут деньги за то, что они этот... Как называется? За то, что они их выращивают, теплицу греют и все такое. Ну, амиши дровами топят теплицу. Я обычно у амиши покупаю. Где-то здесь... Уже дырки немножко. Видите, земля у меня пухкая такая. Я не знаю, я, наверное, сильно близко посадила. Просто ветки сильно разрастаются. Я не хочу, чтобы они потом падали у меня. И вот таким вот способом. Я не знаю, глубоко, не глубоко, так как я уже сказала. Ага, причина. Потому я сказала, что... высаживать вот это вот растение или сеять, потом мороз начинается. И потому что я как-то раньше посеяла, а оно мороз. Вылезли. Но я вам скажу, они примерзли, огурчики мои.
Но они опять же потом и отбили. И, короче, у меня было столько огурцов, что ой-ой-ой. Что мне столько не надо, но так уже получилось. Так, 4. Ой, 4. 6 и 6. Сейчас давайте вот эти. Какие? Давайте черный труфель посеем. Давайте посеем черный труфель. Так, рук не хватает. Зубов тоже не хватает. Вот они, какие манюньки. Главное, чтобы сейчас на ветру не рассыпались. Сейчас я их по две семечки сюда. Ой, уже одна улетела. Не по две семечки в дырочку, а по одной семечке в дырочку. То будет либо один куст вырастет, либо два куста. Так, семена посеяла. Теперь надо вот так вот немножко обкучковать землю, потому что она уже такая прибитая стала, и галлон не сильно влазит. Вы поняли, о чем я говорю? Где мой галлон? Ну, вот видите, тык-тык-тык-тыкаю. Надо, о, видите, о чем я говорю? Чтобы можно было его немножко глубже посадить и немножко его прикучковать. Сейчас я этим и займусь. Но это сперва полью водичкой сверху. Уже вы видели, каждая у меня луночка. Каждая луночка у меня была с водой. Я еще сейчас сверху полью. Тогда можно будет уже галлоны повтыкать. И дан дил, как говорится. Дело завершено. Как раз сегодня теплая погода. Правда, ветер холодный дует, шею обдувает. Но можно как раз заняться огородом. Мне кажется, даже очень классно получается. Вот так вот. И вот так немного прижать землей. Я надеюсь, оно не улетит под большими ветрами. Потому что ветра бывают очень большие. Ой, ой, а потом, когда будет тепло, крышечку открыла. Солнышко прошло, ветерок, и все. Итак, 12 галлонов этих ведер. Ах, какая красота у меня получилась. Я надеюсь, ветер не будет уносить их. Если будет вырывать и уносить, то, конечно, придется их еще углублять больше. Потому что айова это такое. Ветер подул, все унесло, все летает. Очень надеюсь, что оно ничего не унесет и даст урожай хороший. А мы сейчас наберем курочкам водички. Дадим им водички, проверим яйца. Что они там нанесли. У меня какие-то куры стали послушные. Начали заходить прям по первому зову. А то, ну, прям, я не знаю, не загонишь их и гоняются за мной, а я за ними. Ну, мне главное, чтобы они к соседям не ходили, потому что соседи, он что-то там уже пахали, распахали. Сейчас им нальем водички. Потому что пьют они хорошо ее. Она есть водичка, я ее просто долью. Что, ку-ку-ку? Что вы тут делаете? А, водичка есть. Я просто долью немножко свеженькой, холодненькой. Вот такая мелкая кукуруза. Дробленная, сильно дробленная. Они ее едят, но не очень едят. Ковыряются в ней, колупаются, гребутся. Я уже пожалела 100 раз, что купила, но это продавец говорила мне, это дробленная кукуруза. Говорю, хорошо, дробленная. Ничего она там не дробленная, прямо, вот как я говорила, полента, прямо каша кукурузная, мелкая. Так, с улицы бывает заходишь, темно, ничего не видно. Что тут?
Интересно, включится фонарик или нет? Не включается. О, включился. Ого, смотрите уже, сколько они мне нанесли. Так, три здесь. Сегодня пошла в магазин, хотели кальций купить. Четыре здесь. Почему-то нету отдельно кальция. Наш колхозный магазин пошла, нету. Ни в жидком виде, ни. Я им даю. Я им даю разнообразную еду. И траву не едят, и шкарлупу под яиц едят. Да я, может, так в себе уже. Одно яйцо снесли немножко, не такое. Я уже все. И уже мне тоже советуют. Надо кальций, кальций. Да даешь им кальций. Что такое? Вот видите, знаете, что они зашли? Они зашли, потому что... О, потому что они ожидают, что Таня им даст какую-то другую еду. Вот это они так себя ведут. Не дам я вам другую еду. Кушайте свою кукурузу. Я знаю, что вам не нравится, но что я сделаю? Видите, какая она? Ну, что это такое? Это только сильно мапару делать. Ну, ничего. Как говорится, привыкнуть к этому. Слышите поезд? Если уже поезд не слышно, то уже скучно становится. У нас тут часто поезда ходят. Вон какое солнышко на небе.